Эх, как говорится, грабить так с музыкой. Это «Ограбление по» на радио «Аврора». Да, друзья, вы не ослышались, это действительно «Ограбление по» на «Авроре». Начинаем прямо с утра, день. Попробуем начать с того, что подарим кому-то из наших слушателей или зрителей 30 литров халявного бензина. Друзья, поэтому, пожалуйста, запоминайте и набирайте уже сразу номер телефона прямого эфира 091-76-1007. Ждем, чтобы кто-то из вас прорвался. Будем изучать вас, как говорится, с ног до головы. В результате чего очень надеюсь, что подарим 30 литров бензина. Правда, есть одно еще маленькое условие, так называемое правило игры. Что нужно сделать? Нужно будет отгадать правильно фразу, которая прозвучит, фразу либо фрагментик музыкальный из советского фильма, либо мультфильма. Скажу сразу, что это будет фильм, друзья, поэтому, ну, в принципе, и не раз повторяла, и еще раз скажу, что даже если вы не являетесь знатоком советского фильма, не переживайте, это не есть основное правило и основная заповедь участия игры в ограбление по, потому что самое главное — суметь дозвониться. Это, пожалуй, самое сложное. Но очень надеюсь, что у кого-то из вас, друзья, сейчас обязательно и непременно это получится сделать. 091-76-1007. И еще раз вот в таком виде. Зрёйна сумэкет, она сумбэц, таса зрёйот. Очень жду вашего звонка. Меня зовут Рузанна Шагинян. Друзья, как зовут вас? Очень надеюсь, что узнаем буквально через чуточек минут. А пока, друзья, вы дозваниваетесь, я с удовольствием напомню и расскажу для тех, кто, может быть, еще не знает, что на «Авроре» с 14 июня стартовала так называемая акция, событие, называйте его как хотите, это «Аврора 12». 14 июня «Авроре» исполнилось 12 лет. В результате всего этого мы практически пока безгранично, не очертили мы эти сроки, безгранично дарим подарки, друзья. Ну вот помимо бензина, нас каждый день ждет либо смарт-бокс, либо велосипед. Друзья, поэтому, в принципе, будьте внимательны, очень может быть, что обладателем либо смарт-бокса, либо велосипеда станете именно вы. А прямо сейчас, я пока слышу свой голос, но очень хочу услышать человечка, который на другом конце провода. Алло? Алло? Да, добрый день, дорогой друг. Привет. Адзеляну на косек? Сержик? Шикарно. Утро начнется с Сержика, а именно с вас. Как у вас фамилия? Оганян. Вот вообще замечательно. Вообще, знаете ли, прекрасно. Сержик, дорогой, где вы сейчас находитесь? 10:40? Я снимаю Аршакунец Погутаю. Инчка Аршакунец Погутаю. Ватару Мэнк. Ватар Аршакунец Погутаю. Вольга Атвацум, Сержик Джан. Урема Аршакуняце Иштенус, Верамсуми Бот Ватарка. Իչնելուս, այսինքն կերկեսից իջանք, անցանք մինչև այդ վերգետնյա անցումը, ու այդտեղ կա վթար։ Можно сказать, что уже в результате этой аварии, надеюсь, что никто не пострадал, кроме машин. Ուже марч. Слава. Իրավոր марч ունենք. Слава Богу. Да, и это означает, друзья, что движение и без того у нас на Аршакунец всегда затруднено, но сейчас будет, видимо, еще более. Сержик, дорогой, а вы вообще кем работаете? Таксистом, судя по всему? Ой, как у вас начался день? Когда он у вас начался? Очень шенгловоком, шнурака лучше. Да, нормально, хватает. Кареля остынаю. Юля Танумен, как говорится, базбазуй. Сержик Джан, а семья у вас есть? Я это есть. Ну, кто там у нас в семье? Какой у нас состав? Ага. А чем занимаются ваши сыновья? Может быть, еще учатся? Я не знаю, кто. Я Ашхатумен и повар. Вот, вот это да. Подождите. А как случилось? У них что, есть талант кулинарный? Ярки. А вот где они работают? Где можно попробовать их кулинарные шедевры? А в Метафашхапут, Ашхатума Шангрилайон. Ага. Из Кучурес и Виц Кастинце. Ага, ну, знаете, неплохо устроились ваши сыновья. А скажите мне, дома они успевают готовить, радовать вас? Че, дома готовит ваша супруга.
Да, конечно. Они говорят: мама, можно мы отдохнем дома? Можно ты для нас что-нибудь приготовишь? Но бывает... А бывает, что они маме дают советы, либо наоборот... Что ты тут наделала? Вот пережарила лук. Разве так делают? А мама говорит: да ну вас, это я вас вырастила, я вас сделала поварами. Тоже мне. Еще будет. Хулиган, ты посмотри. Сержик, а куда мы будем сегодня заливать 30 литров бензина? Машина. Это я уже. Автораджи, армянская машина. Все, шикарно, естественно, она самая армянская. Она ваша личная, Сержик? Да, да. Замечательно. Итак, друзья, Сержик, вот прямо сейчас давайте попробуем отгадать фразу. Это советский фильм. Более того, это фильм, знаете, еще времен армянской СССР. После этого, после того, как вы услышите фразу, у вас будет 4 варианта ответов, один из которых правильный. Надеюсь, что вы выберете именно его. Хорошо? Итак, внимание, дорогой друг, удачи вам! На радио «Аврора» ограбление по... Ашхатавас, это ничкана, тагачан? Артавас, дядя. Узус. Хару ватсун рублей. Хару ватсун. А что ж, баду комнаги егамут банчунес. Лавели артавас, дядя, питкчи. Лавели артавас, дядя, опять-таки. А что ж... Понравилось ему, потому что, знаете, в советское это время, Сержик дорогой, ну, я не знаю, вы, наверное, и не помните, 120 рублей была средняя советская зарплата, а тут все 160. Ему еще комнаки и комод, видите ли, нужен. Друзья, вот прямо сейчас давайте попробуем посмотреть, для тех, кто смотрит «Аврору» на визуальном радио, у нас вот прямо сейчас позади на мониторах, отрывочек, это самая фотография из фильма. Артавас, а вы как думаете, что это за фильм? Либо я все-таки перечислю 4 варианта ответов. Итак, Гнатинг. Ерджан Кутян, механика, она же механика счастья. Харснацун Хюсисит, она же невеста с севера. Тажважик и Мельман Кутян Танго, танго нашего детства. Как вы думаете, где из этих фильмов есть Артаваст? Голос, конечно, очень знакомый. И который вот так интересовался прямо вот доходами. А еще ему, видите ли, надо, чтобы какие-то еще были доходы рядышком. Прям цеховика ему подавай. А? Ерджан Кутян механика. Вы считаете, что это Ерджан Кутян механика? Да. Артавас? Я сразу Артавас. Сержик, да. Вы абсолютно правы, это действительно Ерджан Кутян механика. И там Артавас. Вот такие вот, знаете, вопросы, прямо как у следователя. Спасибо вам большое, мой друг. Вы выиграли 30 литров бензина. Спасибо. Это вам большое спасибо. Сержик, не прощаюсь с вами. После эфира свяжусь, расскажу, как забрать этот самый бензин и как доехать к нам на Елизаряна 22. Всего вам доброго, дорогой Сержик. Шнуракаль. Друзья, в лице... Что вы? На самом деле, друзья, слушатели, это вы очень добрые. Просто потому, что вы есть. Иначе без вас бы не было никакой «Авроры», и, может быть, бензин в качестве такой вот некой благодарности сегодня пойдет именно Сержику. Завтра, друзья, этот самый бензин, эти самые 30 литров уже, очень надеюсь, пойдут и в вашу машинку. Поэтому будьте внимательны, встретимся завтра уже в ограблении ПО. И, конечно же, не забудьте, позади меня, те, кто сейчас видит, те, кто не видит, сумейте, пожалуйста, любым способом зайти к нам на сайт, на визуальное радио, radioavrora.ru. Либо нас можно как Аврору ТВ смотреть еще на Ростелекоме, BTVC TV. Для чего это важно сделать? Потому что прямо сейчас за моей головой на мониторе светятся и периодически просвечиваются и показываются 4 цифры из 12 возможных. Нужно собрать комбинацию из этих самых 12 чисел и 14 июля уже в прямом эфире выиграть смартфон Blue Pure XR. Шикарный смартфон, друзья, и он может стать чьим-то из вас. Поэтому будьте внимательны. А буквально уже через 14 минут Лилита Хаджанян со свежим выпуском новостей, конечно же, предстанет перед вами. Друзья, это было ограбление по периодически, конечно же, будем информировать вас, если не дай бог, где пробка. И не забудьте, что сегодня мы с вами обязательно сыграем в морской бой и в большой футбол. Всего доброго! Нравится мне, когда ты голая по квартире.